Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена Стешенко, и я рада приветствовать всех рукодельниц и рукодельников на своем канале. Сегодня информация будет для девочек или мальчиков, которые занимаются вязанием с бисером. Очень многие сейчас увлеклись этим видом рукоделия. И я вам хочу рассказать о том, что нового у меня на этом фронте. Дело в том, что я очень люблю вязать с бисером и попросила мне написать программу специальную для составления схем по бисерному вязанию у моего мужа. Он любезно согласился и написал программу. Сейчас программа проходит тестирование, и мы тестируем сейчас схему по составлению вот таких монетниц на 7 клиньев для вязания с бисером. Вот я связала первую монетницу по своей схеме. Вот такая она получилась. Схема «Золотой узор». Чем замечательна программа для составления этих схем? Вот конкретно для монетниц из 7 клинышков. Схема очень удобная, потому что выдается сразу цепочка набора не на клин, а на всю монетницу, без всяких пропусков, не нужно вкрочить и ждать вот эти вот, пропускать лишние бисеринки, ожидать или перематывать. Здесь дается цепочка набора сразу на всю монетницу. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, вот моя группа ВКонтакте, где называется она «Творческая мастерская Елена Стешенко», где сейчас проходит тестирование этой программы. Я рисую схемы монетниц и выкладываю их в группу. Сейчас в данный момент проходит у нас совместник по вязанию монетниц. Я выложила 3 схемы, по которым принимаются работы на совместник. Это схема шиповник на розовом, шиповник на голубом и схема монетницы для романтической особы. И как вы уже видите, девочки выкладывают свои рукодельные работы, которые очень красиво смотрятся. Вот, сейчас я вам покажу, где найти схемы. Ссылочку на группу я оставлю под видео, вы ее найдете. Заходите в альбомы. Вот здесь есть альбом с бесплатными схемами по вязанию монетниц. Посмотрите, пожалуйста, сколько здесь уже я схем нарисовала. Они все разные. И сейчас мы с вами что-нибудь рассмотрим. Вот, например, узор монетницы, которую вязала я, называется «Золотой узор». Вы открываете, и вот здесь вот вы видите именно цепочку набора на всю монетницу. Как работать с этой цепочкой набора? В кружочке здесь у нас цвета, а справа от кружочка количество бисерин, которые вы будете набирать. И так набираете до конца. И дальше просто вяжете. Все очень просто. Вот, вот разные-разные схемы. Далее мы в программу внесли небольшие дополнения для удобства. Мы пронумеровали все цвета для удобства набора. И теперь вот здесь вот можно увидеть циферки. Когда много цветов и оттенков, удобнее набирать с циферками. И набираете уже бисер на всю монетницу. Вот разные-разные схемки. Вы можете сами полистать. Вот это вот как раз схемка для совместника. Вот такая замечательная схемка, например, макрооспись. Некоторые девочки привыкли работать с диктовалками. И мы научились создавать диктовалки в формате MP3. К любой бесплатной схеме вы можете заказать диктовалку. И мы для вас ее сделаем. Вот здесь вот про диктовалку все написано. Развернете описание и можете посмотреть. То есть схемы разнообразные. С котиками, кто любит котиков. С собачками. Так как скоро у нас наступит год собаки. Поэтому у нас вот уже появились схемы с собачками.
и просто с цветочками, с бабочками, вот уже зимние новогодние схемы. Поэтому добро пожаловать в нашу группу. И вот еще мы подумали и внесли такие изменения еще в программу, дополнительные. Вот здесь вот мы добавили, у нас считается теперь количество бисерин каждого цвета. Для того, чтобы вы могли посчитать расход бисера при покупке бисера, ведь, например, вот какого-то цвета нужно совсем немножко, и вам достаточно купить 5 грамм, и вы наберете схемку. Поэтому вот такие вот у нас изменения в программе. Мы стараемся по просьбе девочек улучшать что-то в программе, что-то дополнять, чтобы вам было удобно работать. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему творчеству. Добро пожаловать в группу. Хочу также отметить, что в группе есть еще эксклюзивные схемы, которые вы можете приобрести. Вот, и у вас получится монетница очень оригинальная и красивая. Вот, например, схема «Гжель» у меня есть. Монетница «Вишенки». Монетница «Красная смородина». Монетница «Красные маки» на голубом и на белом. Монетница «Аромат любви» тоже на двух фонах. Монетница «Весеннее утро», «Тюльпаны», «Пион». Девочки попросили меня создать сумочки. Вот это схема сумочки. Золотые завитки на 45 бисерин. Также представлена в разных цветовых решениях. И еще я хотела рассказать вам о том нововведении, которое я придумала, и муж мой внедрил в практику, в программу. Дело в том, что есть монетницы, у которых не однотонный фон. Вот, например, у меня такая монетница есть, витраж, мечта. И у нее фон не однотонный. И для того, чтобы связать три ряда дополнительных под фермуар, здесь недостаточно просто набрать голубой бисер, здесь нужно набирать бисер по рисунку. И вот, чтобы этот рисунок не сбился, я придумала такую фишку. То есть я увеличиваю схему сразу на три ряда дополнительные, которые мы вяжем для того, чтобы потом вшить фермуар. И исключаю вот здесь бисерины, которые не будут участвовать в вязании, для того, чтобы подшить наше полотно под фермуар. И вот эти бисерины, они уже не участвуют в цепочке набора, то есть вы сразу набираете всю схему для вязания и просто вяжете, ориентируясь на схему. Сразу убиваем двух зайцев, у нас не нарушается узор. И мы не мучаемся с набором лишнего бисера, который надо будет спускать каждый раз с нитки. Вот такие у нас новости в нашей группе. Присоединяйтесь. Вот у нас такие интересные ирисы появились. Вот такой мак я вчера нарисовала. И практически ежедневно у нас прибавляются новые схемы. Поэтому присоединяйтесь к нам. Кто совсем не умеет вязать монетницы, то для этих девочек я сниму отдельное видео о том, как вязать монетницу на 7 клиньев с петлей подъема. Вот эту технику я расскажу отдельно, как вязать с петлей подъема, потому что такие узоры, как рисую я, нужно вязать с петлей подъема. На этом у меня пока все. Творческих вам успехов. Приглашаю в свою группу. Занимайтесь творчеством с нами. Всего вам доброго. С вами была Елена Стешенко.